Привет всем, народ. В общем, дрозд суетится, что-то там. В общем, товарищ у меня обратился с проблемой. Начала пропадать птица. Говорит: Саня, приедь, ты как профессионал, посмотри, что можно сделать. Короче, приехали, посмотрели. Выяснили, что вытаскивает птицу куница из клеток. И я решил поставить приспособу для поимки куницы. Прошло сколько? Три дня прошло, да. И попалась. Сейчас посмотрим, пойдем. Наглые. Вот такие вольеры у человека. И вот здесь был жаворонок мой, кстати, которого дарил. И вот она отодрала сетку, вытянула жаворонка и еще пару птиц поставили. А вот еще вольер. Это солнце светит. Ну и вот, собственно, зверь, который натворил все эти беды. Саня, сколько птиц въебал? Ну, три за один раз, и до этого ж дрозда, листа. Вот, три за раз и еще, ну, в общем, штук пять, наверное. Вот такая каменка. Куничка. Куничка каменка. Ну да. Самка. Как и предполагалось. Видимо, где-то яйцо есть. Фу, яйцо. Гнездо. И она кормит тут своих детенышей. Небольшая. Ну, мы его выловили. Все по технологии. Ящик, яйца. Все как полагается. Как учили наши деды, блядь. Ой. Больше она жрать никого не будет. Вот такие когтищи здоровенные. Зубище. Вот. Как-то так. Как-то так. Так что вот такая система. Именно так их ловят в природе. Такой ящик ставится, проходной капкан. И в ящик какая-то приманка, яйца, мясо, что-то другое, там соты, мед и так далее. Так что вот такой способ отлова вредителей таких. Больше она жрать птичек наших не будет. Ну все. Берегите птицу. Всем пока.